Так, доброго времени суток. Ну, тут посылочка. Одна, это я уже знаю, 100%. Это, короче, краник. Купила его за 3 рубля. Ну, я не знаю, он мне зачем. Ну, в общем, для чего-нибудь когда-нибудь пригодится, правда? Так. Ладно, давайте с мелких вот этих начнем. О! Ножнички, ножнички. Такие ножнички. Фу, замызганные какие-то, заляпанные. Фу, они жирненькие какие-то. Они такие должны быть? А, вот так, ага. Чикрык, чикрык, чикрык. Ну-ка. Сейчас попробуем. О, они даже умеют резать. Хм. Но почему они такие жирные? Ладно. Так, ну попробуем. Давайте открыть дальше вот эту вот штучку. Чикрык. Нет, скажите, вообще для чего эти ножницы? Я, конечно, их заказала. Я опять же заказала за какой-то дешманский. За дешево очень. Ну, объясните, пожалуйста, для чего оно мне? Ой, а это... А, это термонаклейка. Уже вижу сквозь эту штуку, которая не режется. Вот это вот чикрык, чикрык. Фикшик. О, блин, он так хорошо режет. Я думала, будет немного побольше. Вот такой грызочек наклеечки. Ну, это типа термонаклейка на майку, на штаны, там, на одежду, в общем. Ну, вид, конечно, так себе. Ну, а тут какие-то яички. Ну, давайте. Нет, уже не режут. Часы. Часы. Что? Я не заказывала часы. Это что сегодня? Это что вообще за... Да... Все, у меня нет слов. Это что мне поприсылали? О, они даже работают. Так это вместо чего они мне хоть присылают? А это пленка, господи, слава богу, хоть это пленка. Вид, конечно. Так. Вторые часики. Я правда, я даже не представляю, что это у меня за посылки. Я не заказывала эти часы. Ни те, ни эти. Опа. А, ну это просто часы. Часы как часы. Ничего особенного. Вынимается ремешочек даже. Фигак. Да. Ну это, видимо, тоже просто часики. А, щелкаются. Я даже вам объяснить не могу, откуда они, сколько они стоят и почему они у меня находятся. Потому что мне этого добра даром не надо. А, это мой чехольчик. На Honor 50. Я думаю, у меня же такой красивый телефон. Зачем его прятать? Закажу-ка я себе прозрачный чехол. На ощупь очень такой тут. Шершавенько. А тут очень гладенько, мягонько так. Ну и вообще он такой прям. Хм. Тут уже недорого покупала. Так, очередная бижутерия. С какими-то штуками.
А, это вот такие вот сережечки на ушки. Их очень тут много, да что-то прилипло. Ну где ты? Ну открывайся ты. Вот. Горсточка металлолома. Ну, как металлолом обычного, железочки какие-то. Ну, они все поспутались. Ну, в общем, девушки, да может и парни, я не знаю, поймут, в чем смысл. Вот такие вот они всякие. Вот такие вот они разные. Тоже за какое-то копье вышли. Так, и вот такие золотые. Все блестяще. Что ж, не видно ни черта. Так, ладно, ну вот смысл вот такой вот. Опа. Хлам, хлам, всякий хлам. Так, дальше поехали. Чехол. На Хомер 50. Еще один чехол за 40 рублей. Поэтому он, собственно, у меня здесь. Здесь и сейчас какой-то такой прокладочкой, подкладочкой. Ну, воняет, кстати. Так. Тут очередной металл какой-то. Угу. Опа. Тут набор колечек со змейками. Ух, ни черта себе. Так, я даже кольцо свое сниму. Нет, нет, тут не залазит. Опа. Ну-ка, опа. Опачки. Такие вот змейки. Такие знатные. Так. Очень даже симпатично, но это прям для любителей змей, как моя мама. Поэтому, может быть, ей и что-нибудь подойдет. Так, мое колечко на место. Так, ну и тут у нас что-то еще интересное. Понятно, пакет с пакетами. Так, тут потяжелее что-то. Давайте с легкого. С ничего начнем. А там... Ух ты, ёптать. Какие-то наклеечки. Две штучки причем. Угу. Ой. Точно там ничего не залипло. Пусть-то. Ну... Такие вот наклейки. Ну, блин, ну ладно, я даже комментировать это не хочу, можно? О, вот это я понимаю. Вот это вот надо было сразу. В общем, был купон на 150, по-моему, рублей. И я накупила себе гель-лаков. Так, топ. Ну, топ, понятно. Топ, база. Так, ну и тут какой-то цвет, не знаю, сейчас посмотрим. Опа, какой красивый цвет. Так. Ой, какой блестящий. Путем не видно. Господи, аж все вытекает. Такой полный, что ли? Опа. Тоже такой приятный цвет. Угу. Угу. Откроемся. Ой, как блестит.
Я как сорока. Все мне нужно. Блестяще. Ну, нормально, ладно. Наконец-то я свои ногти сделаю. Опа, еще блестяще. Ну, цвет, конечно, камера не передает. Вот этот вот цвет прям такой яркий, красный, такой насыщенный. А на камере какое-то болото. И блестящий черный. Какой-то на камере серый, а он прям черный, такой насыщенный, красивый. В общем, хоть одна нормальная, блин, посылка пришла, которую я так ждала. Ну, в общем, ребят, как-то так. Ну, пришло немножко непонятное. Буду разбираться. Ну, в принципе, вот и все. Всем спасибо. До свидания.